Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и да, не удивляйтесь, сегодня мы действительно с вами вернемся и поиграем в Пиксельмон, поэтому, ребята, сегодняшняя серия посвящается именно покемонам. Как вы знаете, давненько уже не было Пиксельмона, я, если честно, все это время думал, стоит ли его продолжать, стоит ли, ребята, его выпускать для вас, потому что я не знаю, нравится он вам или нет, но все же, ребята, почему-то именно сегодня я решил сделать новую серию, именно сегодня, ребята, я хочу у вас спросить, хотите ли вы продолжение Пиксельмона? Хотите ли вы, чтобы я выпускал его хотя бы, ну, раз в неделю, да, чтобы тоже не очень часто, потому что если очень часто, то он очень быстро, ребята, надоест. Вот давайте мы будем делать так, ребята. Если мы наберем 5000 лайков на вот этой серии, то я выпускаю, ребята, новую серию Пиксельмона. И когда она выйдет, сейчас, ребята, зависит только от вас. Поэтому не поленитесь, поставьте, ребята, лайк, также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, можете делиться этим видео со своими друзьями, чтобы они также узнали, чем мы тут занимаемся и каких покемонов мы с вами имеем. И также, ребята, конечно же, оставляйте свои комментарии под этим видео, на самые интересные я буду отвечать. И также, ребята, ох, ты испортил мне приветствие. И также, ребята, мне нужно знать, хотите ли вы продолжение Пиксельмона. Да, ребята, ух, как же я тут давно не был. Месяц пролетел, но не знаю, ребята, можно сказать то, что я уже много чего забыл. У нас есть Чаризар 50 уровень, у нас есть Самурот 41 уровень, Тортера 34 и Люксио 28. И также, ребята, у нас в запасе на следующую команду есть Риолу, которая станет Лукарио, и также, ребята, Трико. Если кто-то помнит, то мы уже давненько с вами собирались словить Сайдера, и в этой серии мы постараемся его словить. И также, ребята, в этой серии, как обычно, мы откроем целых 3, мать его, Поке Лаки блока. Да, поэтому, ребята, готовьтесь, будем надеяться, то, что нам все же что-то да сможет выпасть, ребята, нормальное, нормальное в этой серии. Я очень хочу на это надеяться, да, ребята? Поэтому знаете что, в первую очередь мы отправимся и сделаем себе Поке Лаки блоки, сохраним им их до конца серии. Я, если честно, уже забыл даже, как они там делаются, потому что, честно, я уже давно не был вот тут, ребята, в нашем мире покемонов. Не знаю, плакать мне или что. Я просто, ребята, не знаю, хотите вы больше покемонов или нет. Но давайте мы будем вспоминать, как же у нас делается Поке Лаки блок, потому что, честное слово, я вам скажу, я немного подзабыл. Ну, вроде, да, вот. А обычный лаки-блок у нас делается вот так, а поке лаки-блок у нас, ребята, делается вот так, да. Я уже думал, я забыл, как он делается. И, кстати, мы сделали 2, нам же больше нужно. Нам же больше нужно, да, ребята. Но все же, знаете что, давайте в этой серии у нас будет 2 Пиксельмон Лаки блока, да? И, ребята, мы сейчас их зачарим. У нас есть, кстати, 3 алмазика. Давайте зачарим на 1. И тут у нас есть 2. Давайте, ребята, зачарим вот так. И это, ребята, мы откроем в этой серии. И также еще один обычный лаки блок. Я надеюсь, ребята, то, что нам все же что-то выпадет, потому что мы же месяц не играли в Пиксельмон. Я же надеюсь, то, что Пиксельмон нас пощадит и что-то да нам подарит нормальное. Я бы очень хотел надеяться. Поэтому, ребята, давайте в первую очередь мы откроем обычный лаки блок и посмотрим, что с него выпадет. Вы готовы, ребята? Фух, задержка дыхания, давайте. Раз, два. Да, да, да. Это, походу, какой-то стёб, как я понял. Яйца Гаста, яйца скелетона. Вы издеваетесь? Это Пиксельмон, мать твою. Какой нафиг скелетон? Какой нафиг скелетон? Но зато, ребята, у нас еще остались 2 Поке Лаки блока, которые мы откроем на протяжении этой серии. Но все же, может, с него да что-то нормальное выпадет. Надеемся. Надеемся, ребята. Кстати, у нас тут, в принципе, коровы всякие. Куда мне нафиг вот эти... Куда мне эти яички выложить? Куда мне эти яички выложить? Давайте вот сюда выложим, да и все. Потом что заберем. Тут у нас, в принципе, и так всякий хлам. Поэтому, ребята, нормально. Знаете, что я, в принципе, ребята, каждую серию вам хочу сказать. У меня есть страница ВКонтакте. Первая же ссылочка под описанием. Заходите, ребята, и добавляйте меня в друзья. А я не смогу всех добавить, потому что ВКонтакте их есть лимит. Поэтому, ребята, просто на меня подписывайтесь и следите за новостями, которые я, в принципе, там выпускаю практически каждый день, ребята. Я всегда хочу сказать это в каждой серии, но всегда, ребята, забываю. Это просто вам такая новость, да. Ну что, ребята, я не знаю. Вот честно, по этой серии я увижу, действительно, нужно ли дальше выпускать Пиксельмон и просто на него забыть. Ребята, сейчас вы только определяете, нужно вам или нет. Поэтому, ребята, давайте мы в первую очередь откроем вот этот лаки блок и посмотрим, что же нам нафиг с него выпадет. Я очень хочу, чтобы выпало что-то нормальное. Пожалуйста. Марштомп. Я сейчас. Марштомп. Это вторая эволюция Маткипа.
Маткипа! Ну почему Марштом? Почему не сам Маткип? Да ты издеваешься! А прикиньте, если бы Маткип выпал. Я бы просто офигел. Почему-то мне кажется то, что вряд ли мы сможем словить Марштомпа, даже если это вторая эволюция Маткипа. Я, конечно, как уже сказал, хочу очень первую эволюцию, но мне кажется то, что мы вряд ли сможем даже его словить. Но я надеюсь на это, ребята, это все же Маткип! Офигеть, офигеть! У нас в этой команде уже есть водный покемон, но зато если мы его сможем словить... то у нас будет просто самый крутой водный покемон в следующей команде. Только, как вы видите, ребята, это будет... сложно. Сложно. Нереально. Потому что, мне кажется, мы его вряд ли сможем словить. Ну, пожалуйста. Ну, ребята. Ну, помогите, давайте, ребята, держим... вот, держим кулаки, пожалуйста. Марштомпушка. Штомпушка-пупомпушка. Почему они все такие паскуды? Я не знаю, ребята. Вот все покемоны в этом моде такие паскуды, то что можно просто сойти с ума. Не ловится, никто не ловится. Не ловит. Так, я на него трачу еще два лаки, не лаки блока, ультрабола. Если ты не ловишься, иди просто гнить дальше в пень. Я на тебя просто забью большой и толстый болт. Пожалуйста. Он еще нас и убил. Да ты охренел просто. Последний болт. Зараза, иди там, иди в пень, я открываю сразу же второй. Баттерфри, 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 Баттерфри. Ладно, 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 я промолчу, ну пожалуйста, ну Марштомпушка. Ну мы тебя умоляем. Ну засосись ты в ультрабол. Ну пожалуйста. Ну не будь как Баттерфри. Ну чё он такой гнида? Спортбол, ты спортивный. Я знаю, ты спортивный чувак. Спортивный. Залазь, залазь. Паскуда, ты твою мать. Так, люрбол. Голубенький бол. Если ты голубенький, ну... то залазь, пожалуйста. Последний бол, иди в пень. Я лучше эти 7 болов потрачу на Сайтера, чем на тебя, паскуду. Иди в пень. Твою мать, да сгинь ты нахрен, нечистая сила. Твою мать, как он меня бесит. Ребята, отправляемся за Сайтером. Я надеюсь, то, что мы его сможем хотя бы встретить в этой серии. Я очень надеюсь на это. Потому что хоть и Марштомп это опупенный покемон, но он паскуда. И паскуда прям высшего качества. Я просто не хочу больше себе парить мозги по этому поводу, поэтому просто забьем, забьем. Я больше не хочу и про него вообще вспоминать. Зараза. Ну, сколько я на него потратил? Я потратил на него где-то 10-15 ультраболов. И эта зараза просто не хочет залазить в сам бол. Чё? Вот зараза мелкая. Арбоки, Арбок, да, ты крутой покемон. Ты охренеть какой крутой покемон, только тебе до хрена чё-то. Дайте нам Сайтера, мать вашу. Сайтер же вроде ночью спамится. Чё тут нафиг никого нету? Чё тут вечером? Нет, они вечером спамятся, не ночью. Чё тут вечером тогда никого нету? Сайтеры, мать вашу. Определитесь, вы ли спамитесь или спамитесь, потому что вы мне нужны очень сильно. Ну, Сайтерчики, ну, миленькие мои. Ребят, я обиделся. Ну, пожалуйста. Ну, как-то сложно, ребят, как-то это сложно. Я что-то, походу, потерял хватку в Пиксельмоне, и больше меня покемоны не любят, потому что я их покинул, наверное, на месяц. Ну, прикиньте, они одни были. Одни были в этом мире покемонов. Я их не встречал даже, я их не игрался с ними. Они, походу, на меня обиделись. Всякие арбуки, шмарбуки спамятся, всякие гровлиты спамятся. Кстати, тут боссов нету случайно, нету, паскуды. Нету никаких боссов, нету ни шайни, ни боссов. Пацаны, жопа. Пацаны, девушки, это жопа. Чё-то на меня обиделись покемошки. Ладно, давайте, знаете что, давайте мы отправимся домой. Отправимся домой. В дом 2 или в дом?
В дом. Я уже забыл, где у меня вообще кровать уже находится. Поэтому, ребята, пожалуйста. Вот я сейчас утром хочу куда-то вылететь. Пожалуйста, я хочу куда-то вылететь. Допустим, пожалуйста, давайте мы что-то допустим уже. Вот, допустим, вот сюда. ТП 129, 85, минус 800, что-то там. Да не в 17! Я тут был? Нифига себе, я удачно телепортнулся. Так, тут я реально в это... Вот, я реально тут не был. Мне бы в лотерею поиграть. Я бы там случайные числа просто какие-то набрал и пум, джекпот, мать вашу. Так. Главное еще не сдохнуть. Я не знаю, почему у меня сердечко... Ну, я... Прикинется, но что-то как-то не очень. Пожалуйста, не умри, пожалуйста. Пожалуйста. Почти. Почти. Сокровища нахрен 9-й династии какого-то там чурки. Да, охрененные сокровища, кость и алмазик. Алмазик. Вот так написал. Я вот так изначально написал. Так, без паники. Пацаны, девушки, без паники. Так, за все? Все, не умерли, зашибись. Чаризардушка, выручай, парниша, выручай, я сказал. И дайте мы сейчас полетаем минутку. С надеждой, то что у нас тут кто-то все же, что-то, да, там, да, да, за... Да. Да! Надеемся. Пожалуйста, 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 ребята, держите кулаки, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, что-то я никого не вижу, ребята, вот честно, никого не вижу. А поэтому знаете что, ребята, если все же мы будем продолжать дальше выпускать Пиксельмон, в следующей же серии мы будем продолжать достраивать наш дом. Хотя я его, наверное, вот это подарок. Спасибо. Офигенный подарок. Засуньте его себе в задний проход. Идите нафиг, пожалуйста, с таким подарком. Да. Круто. Да, ребята, знаете что, в следующей серии мы в первую очередь тебе наделаем фиговую тучу покеболов, чтобы хватило на все случаи жизни, и чтобы вместе с этими покеболами мы отправились на грандиозную охоту. На грандиозную, ребята. И чтобы мы ловили практически всех покемонов, ну, лучших покемонов, ну, которые нам встретятся. Не всех подряд, потому что это будет, ну, тупо, да? А самых лучших покемонов, которых мы, ребята, только сможем встретить. И также, ребята, мы, конечно же, будем дальше продолжать играть в Пиксельмон, если вы, ребята, этого хотите. Поэтому, как я уже сказал в начале серии, ребята, ставьте лайки. От вас зависит, будет ли дальше продолжение Пиксельмона. Если мы с вами сможем брать 5000 лайков на вот этой серии, то я, ребята, буду выпускать следующие серии Пиксельмон. Сейчас, ребята, вы решаете, нужен вам Пиксельмон или нет. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, как я уже сказал. Но подписывайтесь, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята, честное слово. И, конечно же, рассказывайте об этом видео своим друзьям, делитесь ВКонтакте, скидывайте им ссылки, чтобы они также заходили и смотрели наши, ребята, выживание в пиксель, в моде на покемонов, конечно же. И, ребята, оставляйте свои комментарии, пишите, хотите ли вы новые серии Пиксельмон или нет, я буду рад прочитать ваши комментарии, и, конечно же, на самые интересные я отвечу. Поэтому, ребята, я еще раз скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!